Всем привет! Вы узнаете знакомую футболку и что это означает? И знакомые рожи, конечно. Да, и знакомые рожи. Что это означает? Правильно, что сегодня у нас будет добромет. Мы отправляемся на нашу третью акцию. Добро! За нашей спиной находится знакомая уже аптека, в которой мы были в первый раз. И я надеюсь, что там все пройдет без проблем. И мы сделаем эту, проведем эту чудесную акцию без особых помех. Но если возникнут какие-то проблемы, с нами наша верная GoPro. Ну да, вот так она лучше снимает. Вот, которая заснимет все возможные косяки. В общем, оставайтесь с нами. Третий доброметатель пришел, который немножко опоздал. Молодец. Немножко. Да. Отправляемся. Да. День добрый, вы нас помните. Помним, конечно. Можем мы с тем же самым. Я думаю, что поприсутствуем. Я на всякий случай просто позвоню. Вы подождете минуту, присядьте. Угу. Хорошо, спасибо. У нас место. Ну, таких, как мы, забыть довольно трудно, поэтому нас сразу же вспомнили, дали добро на проведение этой акции, и мы приступаем к ней. И более того, нам сказали даже, что нас сами пенсионеры искали. Где же Омское ТВ? Вот, вот, вот. Здравствуйте, сегодня у нас акция по бесплатным лекарствам. Ой, не надо. Нет, вы нас совершенно все. Мы помогаем пенсионерам, да. Мы оплачиваем их покупки. Если пожелаете, молодые люди оплачивают. Нет, не то, что если пожелаете, а мы все равно это сделаем. Вы просто не верите, что такое возможно. Никто в это не верит, но это действительно происходит. Поэтому, если вам нужно что-то еще, можете. Спасибо большое за... Не знаю. Что я сказала? Нет, никаких подвохов, ничего. Да, все совершенно честно и реально. Это наши зрители собирают фонд помощи пенсионерам и ветеранам. Спасибо. 774. Спасибо. Все, здоровья вам. До свидания. Что я чувствую? Запах пенициллина. Кажется, к нам клиент. Пенсионер. А вы здравствуйте. Что? Вы не будете ничего брать? Нет. А бесплатно? Да что, бесплатные лекарства вы? Нет. Совершенно любые? Бесплатные лекарства. Нет, вообще не верю. Да, господи, что с ними такое? Это же советская. Что не так с этой страной? Они как вот, тебе бесплатно? Нет, все равно деньги дают. Да, а потом, когда понимают, что мы за них платим. Да, да. Вот лично я, когда слышу слово бесплатно, я бегу сразу, хоп-хоп-хоп, в две охапки набирать. Не надо. Свак. Все говорят, не надо. Нет, так, а ничего, мы у вас ничего забирать не будем. Мы... Сколько? 80 рублей. Они вам дарят. Мы оплачиваем покупки за вас. Пожалуйста, 82 рубля. Мне не надо оплачивать. А почему? Можете объяснить, почему? Вы что-то боитесь? Боитесь, что у нас ограбят? Нет, я не боюсь, я просто ухожу. Так, пожалуйста, вот вы уходите. У вас просто чуть более тяжелый кошелек остается, чем, чем должен был. Так, это нам. Ага. Может быть, если вам еще что-то надо по акции, можете взять совершенно без вас. Может, честно, вы давно хотели честно. Что-то купить. Честно, никто ничего не возьмет. Они возьмите. Не уже не впервые. Если вам какие-то препараты нужны, вы можете подумать и взять. Ой, нет, я спешу, так есть. Пока есть возможность, я думаю, что второй это... Второй такой возможности не будет, думайте. А Маулок, кстати. Вот. Нет, в бутылочке. Да, пожалуйста, без такого. Это будет стоить. 250 миллилитров, 245 миллилитров. Так, смотрю. 245 миллилитров. Это так сейчас. 200. 220. Нет, не хватит. Давай тогда 500 рублей. Я вам 5 рублей дам, если для удобства. У нас 505 рублей. Вот так оно и делается. Омское ТВ. А что это за акция? Это зрители, наши телезрители скинули с миру по нитке. И набралась небольшая сумма, которую мы тратим. Это спасибо огромное, пенсионерам. 205 рублей. Может, что они не великие деньги, но я думаю, что вам они для хозяйства пригодятся. Всем здоровья. Вот этот колокольчик очень сильно портит видео, потому что он звенит ужасно. Он звенит ужасно и долго. Так, Андрюх, давай, ты говоришь? Здравствуйте. А сегодня у нас акция, проводим акцию, мы оплачиваем пенсионерам покупки. Вам все достается совершенно бесплатно. Сколько? А сколько? Какая акция? 515.
А, да, мы немножко тормозим. У меня есть 20 рублей, у тебя пятихатка есть? Да, это у нас вот, к сожалению, от мини-катуха, это 20 рублей. Все? Может быть, вам еще что-то надо? Возьмите пока акция. Совершенно бесплатно. Это зрители помогают пенсионерам. Берите. Берите, пожалуйста. Это будет редкая возможность, когда у вас есть вода. Что-то купить. 605, ребята. Так. На коленник надо. На коленник? Да. Омск? Конечно, Омск. А какой еще? Не Смоленская же. Они разного размера. Есть необходимость измерить обхват над коленом. Серия классная. Да. Обхват колена и надо найти серию МШ. Такая есть? Не знаю. А, ну латиница. А может быть присесть, вот там стульчик есть, а девочки просто стоите. Над коленом чуть выше. И без штанов, если можно закатать штанину, не получится. Нет, давайте так. Это же должно облегать тело, а вы штанины свои. Нет, на работе такую штуку носит. Давайте. Человек. Выше, не вышло. А там что-то мало, оберегает суставка. Вот есть возможность. Слушай, расскажи об этом. Нет. Я в медицине этой слаб. Ну, просто у него там проблемы с коленным суставом. То ли выскочит, то ли еще что-то может с минисками. Поэтому как бы на коленник он укрепляет. В общем, суставу легче работать при ходьбе и так далее. Он постоянно с ним ходит, когда переодевается на работе. Штука такая. Небольшой да. Терминатор. И сегодня это все бесплатно. Вот счастье. Не хватает такого лазера, который по ноге походит. Такую трехмерную конструкцию сразу эти параметры, все сантиметры, с точностью до микрометра. Очень омское ТВ. ООО. Мы хотели открыть ООО с названием ООО, чтобы было ООО. Где работаете? ООО. Что это? Акция какая? Акция, да, наши зрители собирают деньги, и с помощью этого мы помогаем пенсионерам, ветеранам. Набирается фонд? Да. С миру по нитке. Совершенно безвозмездно и руками наших зрителей. Это выходит, мне повезло? Повезло? Да, очень повезло. Третья акция такая. 505. Так, 505. О, четко. 505. Да. Я взяла вас 505. Так, ня. Так, чек вам. Вам. Все. Главное, что... Все, не болей. Спасибо. Можете передать привет зрителям Омского ТВ. Вам привет, чуваки. До свидания. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня вам все достается бесплатно. Мы сегодня проводим акцию и оплачиваем покупки. Акцию, которую все боятся, но потом радуются. Сколько с нас? 351. Вот здесь пишется, если забываю, что здесь пишется на так, самом деле. 351, пожалуйста. Можете забрать ваши 500 рублей. И если вам что-то еще надо, можете выбрать, да. Так, я могу 1 рубль дать. Вот. Проще было. Может, вам еще что-то нужно, подумайте, пока акция. Это просто редкие моменты. Очень редкие. Я стесняюсь, и так спасибо за это. Нет, не надо стесняться, да. Как пел Ван Дорн. Не нужно стесняться. Хотя бы пришли в помощь, это тоже не делаю. Вот. Так, это значит, ничего чек. Вам больше не нужно. Чек вам. Спасибо большое, ребята. Спасибо нашим зрителям. Всего здоровья. До свидания. Мы еще и на Джастине сделали такую трансляцию, там такой мега-чат идет, периодически отвечаем на вопросы и, в общем, довольно весело проводим время в ожидании пенсионеров. Ну, какое яркое солнце. Это была третья акция омского добромета. К сожалению, до конца остаться на ней у меня не получилось, потому что у меня назначено интервью, на которое я вот практически прибежал. Но суть вы уяснили, то же самое, что и в первом добромете. Единственное, что нам не пришлось искать аптеку, то есть изобретать велосипед заново, мы пошли уже в заранее проверенное место и там спокойно провели акцию. Ну и, конечно, как всегда, самый нюанс в том, что, конечно, пенсионеры не верят до конца в то, что вот такое возможно. И даже когда мы кладем деньги уже в кассу, они думают, что ну что-то здесь не то. Но, тем не менее, вы видели эмоции. Классно. И, в общем, даже после первой акции нас ждали. Так что, я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал, оставайтесь на нем. С вами был МШ. Всем пока-пока. Ну, а я побежал интервьюироваться. Кстати, об этом тоже запишу. Как работает студия. Смотрите мое следующее видео.